Вот этот дробильный комплекс необходимо будет брать. Грибочки с картошечкой и вот уха. Ну, уха моя, вон видно хариус. Посмотрим, что получится. Вот снова ведуга. Прошло 4 дня с моей последней поездки сюда. 15 августа. Ну вот как бы я за часик вот надергал. Сейчас это все буду солить. Ну, хариус хороший, немного, но хороший. В прошлый раз тоже 8 штук поймал. Больше ловить не хочу, потому что его еще чистить и солить.